Уже завтра по восточному календарю у нас начинается 2017 год. И обезьяна будет сдавать свои права, будет передавать их петуху. Поэтому, конечно, очень символично, что сегодня наш петух по имени Семен будет произносить торжественную клятву. Он вчера ее весь день готовил, мы ее переводили. И вот она у нас получилась примерно такая. Я, петух Семен, вступая в права символа 2017 года, торжественно обещаю ухаживать, беречь и оберегать флору и фауну Красноярского края, заботиться о коллекции нашего парка флоры и фауны Роев Ручей, беречь всех жителей нашей страны, нашего региона, и обещаю в каждый дом, в каждую семью принести в этом году добро, благосостояние, благополучие, мир и отличное всем настроение. Ну и сегодня, конечно, наш петушок подарит подарок обезьянке по имени Тасик. И Тасик, тебе подарок принесли. Тасик, открой крышку. Не понравилось. Яна, закрой шибер. Ян, шибер закрой. Да. Слышно совсем, да? Ну-ка, что там? Ой. Спасибо.